Привет, всем привет. Маргоша вернулась. Рассказывай, как в кино сходила. Понравился фильм? Классный? Так не рассказывай, что там было. Почему? Вы тоже будете? Мы будем смотреть. Ну, потом, когда по телевизору появится, мы посмотрим. Давайте садиться кушать, обедать. Бабушка хотела приготовить нам завтрак, но у нее не получилось. Она это приклеилась к сковородке. Она кусочек хлебушка без серединки. И она заливала туда яйцо. Но оно, видите, прижарилось. Может быть, нужно было сковородку убавить немножко? Не знаю. Никому не нравится попка. Нравится. Ну, кушай. Я вообще хочу такой хлебушек свеженький. Свеженький хлебушек я себе нарезала. 15 градусов тепла, представьте себе. Вот такой вот у нас Новый год. Плюс 15. Как тебе твоя комната? Заметила? То, что я тебе гирлянду повесила. А то лежит она в коробке, я тебе купила, а ты не вешаешь даже. Забыла. Ну что мы здесь лежим? Охраняем. Хозяйку охраняешь. Соскучилась, да, за своей хозяйкой? Соскучилась. Скажи, оставила меня одну. А она хлебушек, оказывается, хочет. Смотри, она лежит на хлебушек, смотрит. Я хочу в першую сходить, потому что ты сказала, что там скипки. Или пулис. Там эти толстовки, в Бершке толстовки по 25, по-моему, да? Ого. И джинсы там по 19,90, по 20, короче. Сегодня магазин открыт до 9. Завтра до 6, по-моему, или до 7. Завтра пятница. Да. Завтра либо до 5, либо до 6. Сегодня до 9. Я думала, в пятницу всегда до 9. Нет, а как люди должны к Новому году готовиться? Ты что? Они же тоже хотят домой, там, не знаю, кушать приготовить, собраться. А сегодня я хочу замариновать эту индюшку. Надо крабовые палочки купить. Крабовые палочки купить и индейку буду мариновать. Я пришла к Маргарите собираться. Накрасимся чуть-чуть, совсем чуть-чуть. В этом году делала брови, когда я ездила к бабушке. Вообще-то они должны держаться до года, но прошло. Я в сентябре сделала. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 4 месяца прошло. Я их уже начинаю подкрашивать, потому что краска сходит быстро почему-то. Видно кожу? Я подкрашиваю немножко. Просветы. Вот так. Все? Все, поехали. Видите, какая у нас машинка? Новая наша машина. Новая машина. Макс остался, Маргарита осталась. В общем, сейчас мы едем на этой машине, приедем на СТО. Я сяду на нашу, и папа на эту. Каролина с папой поедет, и ты со мной? Набрали мы нашу машинку, чистенькую. Нам ее даже помыли. Ксюша с папой пошли в магазин. Заправились, мы сейчас поедем домой уже. Что там Ксюша взяла? Опять чипсы. Это что такое? Это вата? Вата. А в смысле, они разные? А, с да, чем зеленая, это? Зеленая. Кэнди флосс. Каролина с папой поедет. Эй! Давай открой. Но это будет, если она это увидит. Она тоже хотела сахарную вату. Я так и знала, что это вкус яблока. Что может быть еще зеленое? Только яблоко. Все, поехали. Пока! Поехали домой. Мы уже вернулись домой и опять уходим. Поедем в торговый центр. Маргоша будет покупать подарок Максу. Все, готово? Дай собаке покушать, нельзя. Поехали. 30 декабря. Мы вышли без курток. Но в шапке. Маргоша набрала себе штанишек. Вот такие вот. Либо 34, либо 32. Мы сейчас посмотрим. Посмотрим, какие ей подойдут. И толстовочку вот такую вот. Эти джинсики сейчас со скидкой. 19,90. Какие померишь? Вот это 34 сначала. Они такие широкие. К низу. Это мы меряем какой? 32. Мне нравится то, что вот тут разрезы. Прикольно, да? Ну, длинные, конечно, это понятное дело. Ну как вот тут в поясе? 32 лучше или 34? Тут
то и то. Ну, почти то же самое. Да? Тоже себе взяла померить вот такие вот серые, дырявые. Давай еще. Так, ну толстовку мы всегда берем эску, чтобы на Маргариту и на меня. Штаны нам еще не подходят ни одного размера, но вот толстовки у нас одного размера. Толстовка классная. Я бы ее тоже носила. Ну как, что там на спине? No bad days. Круто. Нравится? Ну все. Берем. Так, теперь у нас задача найти подарок Максу. Есть что-нибудь интересное? То, что у него еще нет. Какая вот машинка. Ему нравятся больше такие гоночные. Машина будущего. Колеса, смотри, какие. Нужно какую-нибудь вот интересную машинку. BMW. Да, он чуть не очень, по-моему, по BMW. Стрелка круто. Ксюша спортсмен. Так, все, закупились, едем домой. Только мотоцикл. Мотоцикл. Могли бы поставить сюда. Это другой. Ксения вообще в домашней футболке поехала в торговый центр. Пижаме. Почему бы нет? А почему бы и да? Пижама. Тяжело же. Да ей. Но я не знаю, если поместится вот в эту кастрюлю. У меня больше нет. Не, не поместится. Это самая большая, что у меня. Самая большая кастрюля, какая у меня есть. Вот так вот. Опа! Nein. И не помещается. Egal, Ксения, шпиль ту хайфу. Что делать? Приготовила пиццу, чуть не сожгла. Вовремя вспомнила. Такая поджаристая получилась. Так, я нарезала лучок, теперь натираем чесночок. И еще я имбирь тоже натру немножко. Ксения! Я не знаю, что делать. Жопка не вмещается. Мне это нужно убрать в холодильник на сутки до завтрашнего вечера. Что делать? Я уже подумала, может, в пакет его затолкать. На свинячку ее тут. Павло! Что вы пробуете? Я тоже хочу. Это с чем? Это candy shop. Candy shop. Это вкус жвачки. Макси, Кара, да, упаковка. Вкус жвачки? Но, да, упаковка, Макси. А это с чем? Это blueberry. 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 А почему ты туда наливаешь? Потому что я не нашла ничего. Так в машинке же чистая посуда. Ты учуял, наверное, запах индейки? У меня руки пахнут. Ути мой золотой. Мальчик мой хороший. Я поставила картошку и морковку. Сегодня сразу сварю, чтобы завтра уже было готово. И потом яйца еще поставлю. Мышек беленьких. Это самое вот так хорошо деткам на день рождения покупать. Ага. Какие мышки? А ты купи, пусть лежат, когда будет. Мы закончили маникюрчик.
Один вот такой вот. Ну-ка, фокус, ты где? Вот. Один вот такой вот сделала. Все? Все. К празднику готова? Готово. А что ты наденешь завтра? Что-нибудь красное? Да. Красное есть? Красное есть. А, ну вот, хорошо. И что ты пришла ко мне? Тебе тоже маникюрчик сделать? Теперь я сделаю себе ноготочки и спать, потому что время уже сколько? Час ночи? А, девочки? Что? Час ночи уже? Нет, пол первого. Пол первого. Это уже поздно. Ты, Ксюша, себе шарики купила такие липучки. Долго они держатся. Шесть. Девочки, Маргарита, прыгать не надо. Сейчас папа выйдет. Так, говорит. Да. Они уже почти не клеются. Надо их помыть. Мама, если они будут сильно клеиться, они не будут вниз идти. Это реакция, мама. Я же сказала, папа сейчас придет. Погнай! Сейчас папа. Погнай! Все, уходите спать. Уходите. Ich kann nicht schlafen. Hinter der Wand. An der Kammer. Картошка, морковка. Залила холодной водичкой. Сейчас нужно сливать уже. Я закончила вторую ручку. Вот так вот получилось. Празднично. Ксюша, давай все, уже 3 часа ночи. Смотрите, 2:47. Ты мне похватила одну большую кровать. Ага. А большая кровать где будет стоять? Тут. Где? Тут. Где тут? А шкаф? Шкаф уйдет. Ага. Ты сейчас уйдешь. Подождите. Завтра волосы будешь красить? Розовым. Может быть. Ты ж хотела? Это что такое? Это пластырь. А, пластырь. Который Ксюша отсюда вытащила. Лимонный. А это друг. Лимонный сок. Кто-то твой грыз спонжик, кто-то грыз, что ли? Карлина, да выброси его уже. Выброшу. Так, все, смотри. Ложимся спать. Где волосы от кошки? Кошка лезет, что кошка, он здесь не лазит. Да. Бонки, наверное. Смотри. Это волосы кто-то подстриг. Почему они у него зеленые? Это кто-то подстриг волосы. Это Каролина, наверное, это волосы. Ну смотри. Это волосы. Они ж кудрявые, смотри. Нет. Смотри. Это кто-то отстриг волосы. Это у кошки не такие грубые. Это ночное хулиганье. Понимаете? Это ночное хулиганье, который хулиганит только ночью. Он сейчас начнет переворачивать все здесь. Он говорит. Ну, Ксюша чуть зеркало не уронил. Все, ребят, всем пока. Спокойной ночи. Вот, я же сказала. Сейчас перевернет все здесь. Завтра. То есть уже не завтра, сегодня, уже 31 декабря. Влог будем снимать, и выйдет он 1 января. Вот, так что всех с наступающим, и увидимся уже в следующем году. Все, всем пока, ребята.